Всем привет! Продолжаем играть Dirt Rally. Что ж, на очереди у нас спецучасток номер 4 Швеции. Погнали! 5, 4, 3, 2, 1. Старт. Трамплин. Правый 6. Длинный. Усложнение 40. Опасно. Прямо через 2 трамплина. Левый 4. Через трамплин. Возможен прыжок. 40. Подброс ямы. Левый 5. Длиной 80. Через подброс. Небольшой подброс. 40. Правый 5. Левый 5, длинный через подброс. Левый 5, держись внутри. Опасно, левый 5. Вот и приехали. 5, 4, 3, 2, 1. Старт, трамплин, правый 6, длинный, усложнение 40. Опасно, прямо через 2 трамплина. Левый 4, через трамплин, возможен прыжок. 40, подброс, яма. Левый 5, длиной 80, через подброс. Небольшой подброс, 40. Правый 5. Левый 5, длинный, через подброс. Левый 5, держись внутри. Опасно, левый 5, через трамплин, подброс. Яма. Правый 5, через прыжок. Левый 5, длинный, усложняется, через трамплин, 80, через яму. Внимание, левый 5, 60, через подброс. Правый 3, через трамплин, 80. Левый 4, не трамплин, 60. Правый 4, усложняй 3. Левый 2, чуть длинный. Правый 3, широко, отрицательный, 40. Опасно, держись левее через трамплин, 40. Левый 3. Правый 4, чуть длинный, усложняй 3, подброс. Разлив, правый 4 на 3. Левый 4, через подброс широко, усложняется 80. Держись по центру, через большой прыжок, 40. Правый 6, длинный, через подбросы. И левый 4, чуть длинный, 40. Правый 5, через трамплин, прыжок. Левый 4, чуть длинный, через подброс. Правый 5, чуть длинный. Опасно, трамплин, прыжок и левый 3, узко, нерезный подброс. Правый 2, длинный. Левый 3, трамплин. Правый 2, длинный, усложняется, 80. Опасно, правый 4, через трамплин, возможен прыжок, усложняется, 60. Левый 3, через подброс, трамплин, 60, трамплин. Блин, аж надо было так развернуться-то, а? Трамплин, прыжок. Правый 5, 60. Правый 4, 40. Правый 6, через короткий трамплин, на левый 5, чуть длинный. Опасно, правый 6, на левый 3, длинный, на перекрестке, 40. Трамплин, прыжок. Правый 5, длинный, и держись левее, через трамплин, возможно, прыжок. Правый 6, 60, трамплин. Левый 5, усложняется, через трамплин, отрицательный, 60. Правый 6, через яму, опасно, держись левее, через трамплин, подброс, 60. Левый 5, длинный, через трамплин, подброс, 60, трамплин, прыжок, яма, через финиш. Кобзец, в конце залетел. Опа, ну смотри-ка, я вот Асуна обогнал. Хотя, на самом деле, это бесполезно. Все равно бы меня обыграл. Через трамплин, возможно, прыжок, 40. Левый 5, длиной 80. Да, первый участок и последний участок я вообще идеально проехал. Ну, если так посмотреть. Но они были скоростные, а вот второй и третий, особенно третий участок, просто жесть, там такие повороты. Конечно, я не так много попыток потратил на прохождение этой трассы, я же подумал, не буду тратить на это время.
Вот, приехал как приехал. Главное то, что примерно 10 секунд отставания, это уже нормально. Вот, поэтому я уже не стал переигрывать. Третий участок действительно был отвратительный. Все повороты поймал. Странно, что второй участок я тоже провалил по факту. На 4 секунды я отстал. Хотя у меня больших косяков-то я так не особо не вижу. Хотя вот тут вот, да, тут я закосячил. Неужели именно этот поворот мне был, с которого я отстал на 4 секунды? Ох, да, вот тут, конечно, это была жесть. Надо было затормозить на этом повороте, чтобы меня так не подбросило, и уже просто проехать прямо. Ну да, тут, как я и говорил, третий участок, он просто отвратительный. Каждый поворот поймал. Вот и финиш. Бум. И я слетел. Ладно, на этом все. Всем спасибо, всем до встречи.